Здравствуйте, бродяги. Здорово, я смотрю, у нас новенький в хате, да? Хорош, мужики, блядь. Сет, яс, хер, ноль. Лучше ты, смотрите все, весь эфир смотрю. Мне флудят соси хуй. Справедливо, реально. А, Крис, ты где? Я вот в гетто проезжаю. Подъезжай к нам, я тебе покажу кое-что, от чего ты будешь просто в шоке. Погоди, я сейчас Крису покажу кое-что. Крис, вылазь. Ну давай, удиви меня. F6/MM. Дальше. Настройки. Сообщение о нанесении огнестрельного урона нажми. О, нет, 15-е. Звук колокольчика при нанесении огнестрельного урона. Это тут все было? Да, это тут все было, блять. Тут столько всего настроек. А нахрена я это делал? И оно работает охуенно, пиздато. Тут еще можно, типа, включить этот, убрать, показать дату и время, изменить логотип, скрыть ники. Что, я стреляю тебе? Да, работает, офигеть. Передаю привет своей фаме, мы самые крутые, а Хома сосет член. Даун! А, я упал. Нет! Сосать плюс лежать. Лежать плюс сосать! Ну погнали что-нибудь делать. Все, поехали в этот. Поехали сначала закупимся пиццами, потом поедем закупимся этим, брониками. О, смотри, как я складываюсь, короче. Смотри, у меня еще такое сообщение в чате. Такой, знаешь, приговор. Вас изнасиловали. Красный просто. Смотрите, как она дрифтит. Охренеть. Блин, вообще топовая, я себе такую хочу. 600, да иди в жопу, Оливер, дурак. Поехали к этому. Что? Ебать! Дебил, ты меня перевернул. Ебать, тупо доминирование нахуй. Чё было-то? Ну посмотри на стриме, блять. Марат, ты заходишь в хату, что ты скажешь? Проверка. Давай, давай, меня проверь, короче, на эту хуйню, Оливер. Вот и помойка, помойка внутрь. Да, внутрь помойки погнали. Давай, короче, мы это... А, закрыто, помойка закрыта. Блять. Машина твоя где? Вот она, ты чё, не видишь её, что ли? Да что ты творишь с ней? А у меня нету её, смотри. Да ты её взорвал, мразь. Я взорвал её? Да ты её взорвал. Ты просто доехал на неё, она взлетела на 3 метра вверх. Пацаны, к моему дому подъезжайте. Всё, только не убивай его, он... Да мрази, вы заколебали, почё? Давай вот в хату. Вот, хата моя. Давайте, короче, все. Оливер и Крис будут такие, знаете, арестанты, смотрящие, которые проверяют смотрящие за хатой, да. А мы будем заходить и вписываться в хату. Дайте я первый зайду. Нет, пока не заходи, нам нужно анимки найти. А, давай. И давай, заходи. Только отыгрываем в этот, в голосовой. Здравствуйте, бродяги. Здорово, смотри, у нас новенький в хате, да? Я не могу, блядь, такая нимка еще. Куда я могу бросить свои шмотки, мужики? Толчконку, ё-моё, он туда к толчку бросает. Ну-ка, Оливер, обрабатывай его. Ты хоть знаешь, что это татуха значит? Какая татуха? У меня нет татухи. Короче, у меня есть этот веник, нас играет что-нибудь. Какой веник, блядь? Сыграй нам что-нибудь. Подсказка зала. Давай, я использую подсказку зала. Он кинул веник, наверное, на пол. Мне поднимать веник с пола? Нет, я тебе в руки. А, в руки дал? Ты обратно и скажи настрой. Настрой сначала. А ты не такой, как я думал. Ну-ка, Оливер, давай свою корону. Знаешь, ты вроде и наш арестант. Видишь эту кружку? Вижу. Какая она? Чего? Кружку чего? Какая кружка? В смысле? Старомысли, ты что, не по понятиям живешь, как отвечать. Я ебанул кружкой по голове, да. Хомы. Да хорош, пацаны. Какая кружка? Круглая, не знаю. Арестантская. Да какая кружка? Кружка? Ну, не знаю. Крис, я думаю, ты все понимаешь. Чего там, блядь, не надо, сука? Вас изнасиловали. Хорош, мужики, блядь. Я не так плохо, скажите. Давай, последнее задание. Вот следующее задание, слышь ты. Бля, уже пущенный, блядь, у вас в хате. Твое место, папаша. У пара. Эй, ты, чё? Видишь этого мента? Ударь его. А, это я знаю. Я жду, когда он первый ударит. Слушай, а он все-таки хорош. Сука. Короче, летишь ты на вертолете, прыгаешь. Лево, короче, море говна, право лес из хуев. Куда прыгать будешь? А, сейчас. Я что-то помню, похоже. Тут понятно все. Погоди, блядь. Да заколебал уже, боже. Да пацаны, блядь. Пацаны, не подходите ко мне, умоляю, вы заколебали меня. Ну а перед продолжением видео хочу сказать, что в описании ты найдешь мой промокод и айпишник на сервер, на котором я сейчас играю. Поэтому не стесняйся, открывай описание и присоединяйся к игре. О, все. Это что, а что делать надо? Я не знаю, что делать. Пацаны, меня подбили, пацаны, теряю управление. Блин, это тяжело. А вот, я вижу вас. Я клисты вижу, но не вижу это. Дисквалификация, верните в зону воздушного боя. Да как? Я такой лох. Ты что, такси вызвал? Хуя ты, мажор, блядь. У меня уже 1200 накапал, убей его. Пацаны, Давид, меня.
А у него, напиши в 189 читы и ДБ. О, я за текстурку провалился. Пацаны, за текстурки упал. Сука. А, живи, живи. А как, я даже не знаю. Опа, нихуя. Я думал, она не сильно давлением накачана, поэтому я хотел себе в ногу выстрелить. Да пошел ты в ногу! Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, видео тебе понравилось и ты поддержал его своим царским лайком, комментарием и, конечно же, репостиком. Ну и напоминаю, что эти видосики, эти монтажики выходят через день-два, поэтому советую подписаться, чтобы не пропустить. Удачи!